Итак, продолжаем, друзья. Продолжаем захват Дорна. Чего у нас тут в осаде, что ли, держит? А, он в осаде. Я думал, это все одна и та же армия, одна и та же фракция. Оказывается, они враждуют. Ну ладно, мы тоже здесь держим в осаде город. Да, надо сделать ход. Блин, надеюсь, он не пойдет далеко. Давайте передвинем шпиона и делаем ход. Если эта армия двинется к нам, нам придется разворачиваться. Но опять же, Баратеон двинется на него, скорее всего. А если потом еще и Баратеон из штормовых земель к нам пойдет вниз, то, блин, это такой замес будет. Ну, пока что он, Мартел играет нам на пользу именно в этом перешейке, где Айронвуд и Черный Приют, как вы видите. Так, берем. Как вы видите, он отгоняет постоянно вот эти армии. Ой-ой-ой, 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 вы посмотрите, даже я не знаю, сможет ли он отогнать их, не сможет. Ну ладно, эту он разобьет. А с этого он что будет делать? Если он эти две армии разобьет, по крайней мере, еще ходов 10 к нам отсюда никто не будет идти. И имеется в виду из штормовых земель. Новое задание, звездопад. Да, захватим и захватим. Что мы получим-то? 2500 золотых. Мало, мало. Но это лучше, чем ничего. Кто там верность получил? Джейми Пеклидон. А, ну он сидит у нас в солнечном копье, господин Пеклидон. О, их двое даже. Сын, наверное, его. Или брат. Брат, наверное. Так. Ты еще не стал лордом? Нет. Тогда тебя отправим в соленый берег. А тебя отправим в лимонную рощу. Ты что сразу высокие налоги-то делаешь? Делай нормальные. Низкие. Соленый берег. Тарбагов. Здесь не поменяли. Здесь тоже. Так, отлично. Ну что, забираем? Хотя еще три хода мы можем поддержать. Ну, тут один отряд. Смысл. 12 человек потеряли. Уничтожаем жителей. Так, кого оставляем? Дотракийцев. И сразу берем в осаду звездный... Чё? Звездопад. Отлично. Конечно, с ремонтом, блин, 400... 400... 2240... 720, 800, 1820, 1100. Ну, как вы видите, на ремонт у нас огромные деньги потом уйдут. А мы до сих пор в минусе. Минус 3620. Блин. Неужели, захватив весь Дорн, мы все равно будем сидеть в минусе и сосать? Надеюсь, что нет. Тогда придется распускать еще и флот. Да, печальная ситуация. Ладно, сдаем ход. Давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Очень важный переломный момент все-таки. Кто кого. Ну, я думаю, одну армию он отгонит, а вторую... Вот не знаю. Смотря кто первый уходит. Ой-ой-ой, если... Нет, не отгонит он.
получил люлей. Печально. Ну, с таким успехом, я думаю, Айронвуд мы брать точно не будем в скором будущем. Смерть лидера. Талли мертв. Отлично. Нет. Айронвуд не будем брать. И, скорее всего, Поднебесье тоже брать не будем. Ибо эти два замка стоят как раз на проходах. Если кто-то будет идти, пусть Мартеллы погибают, умирают, отбиваются, но не мы. Мы где-нибудь вот здесь поставим небольшие форты или просто армии и будем назад гнать Мартеллов. То есть они будут зажаты между нами. Может быть, даже удастся с ними союз заключить, право прохода. Но это, конечно, вряд ли. Это мои мечтания. Так, забираем звездопад. Безоговорочная победа. 60 воинов потеряно. Просто замечательно, великолепно. И уничтожаем всех жителей. Еще и 2500 получаем. Просто вообще отпад. Покрыты шрамами. Отлично. Так. Давайте восполним отряды. 61. 65. Безупречных оставляем. Двигаемся сюда. Добрый вечер. Прошу назад. Ой, печально, печально. Главное, не поди. Тристан Мартел. Член семьи, отлично. Здесь у нас генерал. Здесь вообще никого нет. Но у дарницев есть еще вот здесь, у Мартеллов, город, по-моему. И здесь где-то есть, или даже вот здесь есть один, не знаю. Но вот тут точно есть. Здесь уже, как мы видим, простор, тиралы. Может быть, пора уже флот сюда гнать? Наверное, да. Думаю, 2 кораблей хватит. Эти пока здесь пусть остаются. А эти пусть плывут сюда. Сдаем ход. Неужели Баратеон из штормовых земель заберет сейчас Айронвуд? Он же просто осадит город и все. И это будет конец. Мы его потом долго будем гнать назад. Очень долго. Так, 3 башни. В награду вы получите войска. Угу. Если это корабли, то спасибо не надо. Так, так, так. Ну, как я и говорил, почти 3 стека можно собрать. Полный, почти полный. И вместе с этими, и если еще там по мелочи накидать, у него будет как раз 3. Скорее всего. Блин, надеюсь, вот здесь никого нет. Давайте шпиона отправим вот сюда. И будем следить за развивающейся ситуацией на передовой, как говорится. Так, забираем Блэкмонт. Вообще без проблем. 72 человека погибло. Пусть земля им будет пухом. Дейенерис, мать драконов, не забудет их подвиг. А жителей мы уничтожаем. Жителей, да. Так, здесь, может быть, даже никого и не будем оставлять. Все-таки отсюда никто не пройдет. Здесь речка или горы, не знаю. В общем, здесь никак нельзя зайти. Я проверял. Поэтому
никого и не оставляем. Идем сюда. Хотя нет, нет. Идем вот сюда. Что у нас по прибыли? Минус 2639. Да, просчитался немножко. На 2-3 города просчитался. Как минимум. Не хватает нам. Тупо не хватает. Войска у нас тают. Города растут, количество, а минус все равно. Конечно, если бы мы захватывали города без таких разрушений, вот как например, вот здесь, может быть, нам доход бы больше капал. Но что делать? Что делать? Ничего не поделаешь, как говорится. Ладно, сдаем ход. Ждем корабли и будем к Мартеллам высаживаться. Например, вот сюда, потом сюда. Вернее, не к Мартеллам, а к Тиралам. Пару городов заберем и, скорее всего, даже, я думаю, мы их захватим. Сломаем все постройки. То есть, будем ломать, грабить. И уходить. Я знаю, что там нам не удержать пока земли, поэтому мы будем там как варвары себя вести и просто уничтожать все, что видим. И это надо сделать быстро, чтобы нашу армию обратно отправить в Дорн, потому что вот эта ситуация с штормовыми баратеонами и с Мартеллами мне не нравится. Очень не нравится. Прям очень. Если он падет, нам жопа. Это я вам точно говорю. А чё ты не идёшь-то? Ну вот этот город мы заберём просто так. То есть мы его оставим себе, а остальные можно рушить. Да нет, я хочу вот сюда, поближе. Кто это у нас? Мятежные пираты. А сколько их там? Два. Блин, минус 4590... Два. Почему опять так? Было же минус две. Интересно. Блин, не нравится мне это. Сейчас мы сделаем ход, он осадит Айронвуд. Еще ход пройдет, он его захватит. И потом, куда он пойдет? Конечно же, вот сюда, где всего по одному два отряда сидит. Тут зараза, блин. Ладно. Посмотрим, что будет делаться. Может, все-таки он сможет дать ему отпор. Или у него там, пока он будет держать в осаде, просто насоздадутся из воздуха войны. Нет, не взял в осаду. Нет, не взял. Слава богу. Вот сейчас это его шанс вылезти и дать. Ай, дурак. Мог бы все-таки сейчас вылезти, отбиться, отогнать их и то же самое проделать со второй армией. Но он этого не сделал. Так, им хватит, интересно высадиться. Хватает. Два хода? Нет.
Вот так. Поближе подгоним. На всякий случай. Сдаем ход. Хотя вон идет уже подкрепление. Какая-то неопределенность у них. То хочу напасть, то не хочу, то отойду. Хочу, не буду, блин, ну что такое? Занялись бы уже делом. Главное, чтоб на меня не пошли, и все. Блин, не посмотрел, сколько у нас там потерь было. А, зачем я уничтожил жителей? Надо было ограбить. Ладно. 2166, отлично. 1300. 666. 2. Все, больше ничего не можем сделать. Уходим отсюда. Нам нужно вот сюда. Грейджои. Нейтралитет. Эх. Ну ладно. Где у нас тут еще город? По-моему, вот здесь один. Здесь мы взяли. Даже вот так сделаем, раз никто не бунтует. Вот здесь, по-моему, город. Вот здесь Старомест, кажется. Вот здесь один город. Здесь, здесь. Ну и где-то вот тут, по-моему. Тиралы плохие. Ну, это не удивительно. Целый город истребили еще и все сломали. Семь тысяч 754 мы сейчас заработали, сломав вот это все. То есть вот таким вот методом мы можем выйти из минуса. Конечно, нам надо очень много захватывать и очень много ломать, а воинов у нас совсем мало. Я не знаю, что мы будем делать, ребята. Вот просто тупо не знаю. Вот в этом-то и сложность, когда играешь за Таргариенов. То есть у нас огромное количество воинов, много кораблей, все это нам нужно. И нет городов. А везде, куда мы высаживаемся, мы жесткое сопротивление получаем. И за счет этого уходим в жесткий минус. Можно, конечно, в начале игры, играя за Таргариенов, более скромную армию по скрипту выбить себе, потом распустить корабли, но захватим мы какой-нибудь город, будем там сидеть. Просто какая-нибудь левая армия придет и раздавит нас, и все. То есть сложно будет очень развиваться. И так-то сложно, а без армии это еще сложнее. Так, забираем 3 башни. 11 человек теряем. Казним всех. Грабим поселение. И уходим отсюда. Так, старое место здесь. Отлично. Блин, надеюсь, здесь нигде не поблизости не бродит армия. Так, ломаем.
на всякий случай подводим флот, чтобы мы могли сбежать. Опоздание, 3 башни. Да и ладно. Они, наверное, хотели, чтобы мы порт держали в осаде. Так, что у нас здесь? Ну, вроде что-то происходит. Вроде он задумался об обороне. Старомест. Кстати, по лору Игры Престолов, Старомест считается вторым самым крупным городом в Вестеросе вообще. То есть, первый это Королевская Гавань и второй Старомест. То есть, население здесь, как мы видим, 39 885, ну, по книге, конечно, больше. По книге в Королевской Гавани 500 000. По сериалу почему-то 1 000 000. Ну, а в Староместе, соответственно, чуть меньше, чем в Королевской Гавани. Но считается вторым самым крупным городом на всем континенте. И я думаю, если мы его захватим, если мы все сломаем, неплохие деньги сможем поднять. Ну и пока что 3 башни, вот, например, нам доход какой-то капает. Плюс с того города, с первого. Как он там называется-то? Солнечный дом. Эйгон. Отлично. Блэкмонд, это где? Не понял. Наверное, 4 отряда надо нанять. Держать не менее 4 отрядов. Но я этого себе не могу позволить. Извините. Так. Просмотрим, где у нас сидят, где не сидят. Угу. Так. Давайте в Серую крепость отправим. Заодно заберем наш отряд. Бравый отряд, который захватил город практически без потерь. Или без потерь. Наши бестии. Итак, берем Старомест. Опять же, я выберу автобой, но что здесь? 31 человек. Одного потеряли. Вообще изи каточка. 8000 награбили. Эх, не дошел чуть-чуть. Ладно. Ой-ой-ой, сейчас как мы будем ломать, как мы будем собирать деньги. 5000. 4000. 3000. Еще 5000. Еще 3 штуки. Еще 4 штуки. Еще 5000. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Какие бабки, ребята. Вот она, жила золотая. Золотая жила, золотая. Ой-ой-ой, ребята, ребята, вы посмотрите. Один сраный Старомест вытащил нас из минуса. Просто вытащил. Минус 6997. Какой железный банк, ребята. Вот она, жила. 102 673 тысячи мы получили, подняли с одного города. Эту территорию вообще не буду я держать пока что. Этот вернется по-любому. Кто там... Простор, Тиролы. Они вернутся, они отобьют. У меня пока нет сил, чтобы держать простор, в общем. Пока что нет сил. Я пока и Дорн особо не могу держать. Мне нужно вот сюда вот армии поставить, чтобы они разобрались все-таки. Я подожду, кто из них выиграет, и потом добью победителя, понимаете? А пока они пусть там крутятся. Делают, что хотят. Блин, жалко, черный венец не могу захватить. Так, надо сделать ход, посмотреть, какая у нас будет прибыль.
реально, так сказать. И может быть мы уже сможем клепать солдат. Ребята, может быть этот момент настанет скоро. Еще один-два города вот так же разрушить. Ну хотя бы не так сильно, а чуть-чуть, чтобы выйти из минуса. И мы в шоколаде. Ну, как я и говорил, простор уже идет за своими городами, возвращается. Я на него тратить время не буду. Мне нужно по фасту зарашить. Зарашить и все забрать. Жаль, жаль, вот, блин, один ход не дошел. Блин, минус 10 тысяч. Минус 3, 337. Ну, небольшая, небольшая уже сумма. И все-таки минус 100 у нас было, ребята, минус 100. Мы все-таки вылезли. Я, если честно, переживал, думал, как же мы будем выкручиваться. Оказывается, видите, есть лайфхак. Так. Тут у нас кто? Неизвестно. И вот здесь неизвестно кто. Может быть, даже удастся нам... нефрит захватить. Ну-ка, здесь что у нас? Неизвестно. Какой-нибудь да город, где нет кавалерии, мы сможем захватить вот этими бравыми бронзовыми бестиями. Ну-ка, черный приют. Два отряда. Интересно, интересно. Может быть, все-таки его удастся нам взять. Ну ладно, не будем мы пока драконить. А то он вернется назад, этот пойдет к нам. Нет, нет. Пока делаем ход. Надо также удачно к Ланнистерам сплавать и разрушить. У них там вроде как золотые рудники имеются. Они там чуть ли не по 2000 золотых драконов получает заход в города, имею в виду. Богатые земли у Тиролов, богатые земли у Ланнистеров. Это факт. А чё он староместр, староместный забрал? 60 человек, блин, много. 60 человек это почти как отряд. По крайней мере, у меня это так. У нас уже, видите, как силы растаяли. Просто невероятно. Невероятно больно смотреть на вот это вот. Ребята. Так, забираем. Грузим во флот. Здесь мы развитие поселения делаем и рушим. Минус 600. 800, 800, ну такое. Не сказать, что разбогатели, но лучше, чем ничего. Теперь нам надо вот сюда высадиться. И все, и я возвращаю свои войска. Не могу я так рисковать. Так, давай-ка сюда. Эх. А здесь? Вот сюда хочу. Давай-ка сплавай. Да, 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 то, что надо. Каменный шлем сможем забрать. Только надо высадиться. Они смогут дойти? Вроде нет. Отсюда, если ударим, нет, не смогут. Отлично, отлично, ребята. Я рад. Я рад, что у нас так... все удачно сложилось, по крайней мере. Из минуса, из огромного минуса мы смогли выйти.
Так, сдаем ход. Забыл, какие условия победы у нас там были. Именно в части захвата городов. Какое количество? 90, по-моему. Надо будет пересмотреть первое видео и освежить память. Но помни, что надо всех баратеонов уничтожить. Так, еще один кандидат на установление у нас. Куда бы его определить? А, наверное, в Блэкмонд. Там никого нет. Или нет, или нет. Мы сделаем так. Мы загрузим его в Вейт, так как это город. А из Вейта отправим в Блэкмонд. Солдат. Талис с Аронами. Ну надо же. Ланнистеры по армии, ланнистеры в производстве, в населении и в общем ланнистеры рулят. Финансы почему-то ночной дозор. Так, пока что наши земли никто не трогает. Это даже меня удивляет. А вот еще один город. Стоп, стоп. Так, если я ударю, блин, я не смогу осадить. Ну ладно. Сколько населения? Ну, построек вроде как много. Надо захватить и сломать. Сели Дейнерис Таргариен хотела ломать колеса какие-то. А у нас здесь Дейнерис Таргариен ломает города. Если будет острая необходимость поднять деньги, придется нам ломать города в Дорне. Пару городов снести. И прибавить себе деньжат. Блин, минус 3000. Автобоем возьмем. 20 человек потеряли. Награбить 4, награбить 9. Конечно, грабим. И все, валим отсюда. Вот сейчас, ребята, мы должны войти в плюс. Да, да, да. Наконец-то. Неплохо, неплохо. 12 тысяч у нас плюс. Такого, конечно, я не ожидал. Итак, по фасту надо решить, что будем делать. Либо ремонтировать, либо нанимать. Найм крестьяне, городская стража. Городская стража. Вот здесь, конечно, хорошие ребята. Но почему-то их нет в наличии. Вот. Копейщики 2.1.13. 1.3.3. Содержание 120, содержание 150. 100. Защита 3. Дальний бой 2. 3. Так, подождите. Сначала манипуляцию совершу.
О, у нас, оказывается, наместник есть здесь. Лорд Звездопада. Да, его поздно уже перемещать. Конечно, вроде это ничего не дает, но... Нет, дает. Благородство, лояльность. Но все-таки мне приятнее видеть, когда лорд Звездопада сидит именно в своей крепости, а не, допустим, в пятнистом лесу где-то. Поэтому пусть сидит там. Так, теперь. Решаем. Ремонт. 2900. Блин, по ремонту, конечно, надо ремонтировать. Надо, но... Нам надо и нанимать. Вот здесь, например, у нас рудники есть, мы их починим. Они нам дают прирост населения, увеличение количества товаров. Не знаю, стоит ли вообще ремонтировать. Ну, пусть. Вот это надо отремонтировать, по идее, чтобы у нас... Были войны для найма. Так, ладно, здесь наймем. Дар богов наймем. Тор. Нельзя. О, старое копье. 225 содержания, 220, 200, 150. Нанимаем всех. Переобучение 200? Нет. Следующий ход, блин, неизвестно, сколько у нас минус-то будет. Ну ладно. Сдаем ход. Провал задания, ремонт завершен, отлично. Наняли наших ребят. Плохие. О, кстати, мне же нужен посол. Минус 4, блин, надо успеть. А где мне посла нанять? Неужели нигде я не могу нанять посла? Блин, нельзя. Блин, это плохо. А что мне нужно построить? Вот это. 5000 как раз. 8 ходов. Но, блин, за 8 ходов я в минус опять уйду. Ну, пусть делается. Да, может быть еще пару городов ограбить. Пока вроде ничего не происходит. А, подождите. Ребята, я совсем забыл. Возьмем в осаду. И пока что мы, наверное, двинемся обратно. Не хочу рисковать. Сохраним игру. Ну что, друзья, вот такая вот была серия. Спасибо, что оставались с нами, смотрели, болели за меня. В общем, в следующей серии, скорее всего, мы продолжим захват вот этих территорий, разграбление. Нужно все-таки исправлять наше положение финансовое и будем поднимать страну с колен. Так что ждите новых серий. А я с вами прощаюсь.
Всего хорошего, всем пока.